Спящая красавица. Если сердце чисто и наполнено любовью, все будет хорошо. Но учти, малыш, среди тех, кому ты открываешь двери своей души или дома, могут оказаться не только друзья, но и коварные, завистливые и даже опасные люди. Старая мудрая сказка о заснувшей принцессе увлекает ребенка в прекрасный мир любви и добродетели. Изучать ситуации и характеры намного забавнее и проще в игре. Время в сказке бежит быстро, не так, как в жизни. И вот уже девица подросла. И за что же все ее так полюбили? И родные, и чужие, и даже лесные звери. Неужели за одну только красоту? Вот, оказывается, какая она любящая и заботливая. Даже для каждой зверушки припасла любимое лакомство. А мы помогаем ей найти нужное в корзинке. Как же приятно делать добрые дела. Но иногда в жизни и грустные моменты случаются. Принцесса осталась жива, она всего лишь заснула. И вместе с ней заснули все вокруг. Кстати, под какую мелодию приятнее засыпать? Сможет ваш ребенок сделать правильный выбор? Молодец, нашел колыбельную. Целых 100 лет проспала красавица, пора ее разбудить. Но как проникнуть в королевские покои? Только любовь подскажет отважному принцу, какой из 5 ключей откроет заветную дверь. Да и без помощи вашего малыша тут не обойтись. Жизнь прекрасна, и она продолжается. Пробудились природа и юная красавица, а вместе с ними и все королевство. Готовится великий свадебный пир, и малыш опять при деле. В новой игре он учится готовить и подбирает продукты. Ой, как вкусно получилось! Повар от радости даже пританцовывает. А напоследок ребенок становится художником. На мольберте портрет молодых, но чего-то в нем не хватает. Конечно, цвета. Вот тебе палитра. Выбери цвет и оживи картину.